Момент истины, потому что Европе необходимы природные ресурсы для энергетической трансформации, необходимы редкоземельные элементы для того, чтобы понизить выбросы углекислоты, и необходим также уран для развития ядерной экономики, и инвестиционные торговые связи необходимы. А без развития сотрудничества в области безопасности не будет условий для инвестиций, потому что те, кто будут контролировать безопасность, в данном случае Россия и Китай, они будут пробовать мешать Западу развивать свои отношения. Поскольку у Казахстана мультивекторная политика уже много десятилетий, и Казахстан хочет со всеми поддерживать хорошие отношения, не выбирать, в каком лагере ему сидеть. Поэтому важны отношения с Европой, но для этого Европа должна это, первое, понимать, и второе, делать то, что необходимо для развития таких отношений.